80 лет назад началась одна из самых кровопролитных войн в истории. По давно сложившейся традиции, 22 июня у Вечного огня в Одинцове вспоминают тех, кто погиб в годы войны. После минуты молчания – торжественное возложение цветов к монументу. В церемонии возложения цветов к мемориалу Вечного огня приняли участие глава муниципалитета Андрей Иванов. Памятный митинг поддержали представители местного отделения партии «Единая Россия», общественных организаций, волонтеры, активисты «Молодой гвардии», депутаты Московской областной думы, заслуженный артист России, житель Одинцовского округа Денис Майданов. Митинг продолжился акцией «Вспомним всех поименно». У Вечного огня прозвучали имена погибших в годы войны защитников Родины. Умер от ран 7 ноября 41 года. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».